Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum. Продолжаем проходить. Что за тап улучшение? А, нам доступны улучшения. Вот это что у нас за хрень? Удар? Улучшим? Удар, наверное, да? Смотри, какой-то. Давай вот это улучшим. Битаранг, это что такое? Решающий удар, Shift. Shift. И правая кнопка мыши, а да? А это что такое? Это новое, да? Ну, улучшай, что там можно улучшить. Что такое? Ёб, да он висеть может, кобздец. А как ты? Я даже не знал, что он может висеть. А, левый Ctrl, повиснуть на горгулье и схватить врага. Охренеть. Левая, это, правая кнопка мыши. А, хорошо. То есть левый Ctrl. Вот. Ctrl? Ctrl, да. Левый Ctrl и клавиша мыши, понятно. Да, это схватить именно, а повиснуть левый Ctrl. Мы еще хотели что здесь делать? Биографии персонажей почитать. Хмыря читали? Бэтмен. Мы же уже... А, или как, читали? Нет, это вы не читали. Когда родители Брюса Уэйна застрелили, у него на глазах он поклялся... А, это мы читали, да? Да. Про Бэтмена, хорошо. Они же на самые первые появились. Джокера читали. Директора читали. Так, кто у нас новый? Вот этот хмырь. Это... Вот эти вот новые, да? Да. А вот этот... Эту мы читали. Читали. Просто, чтобы мы сейчас... Комиссар Гордон. Пу-пу. Это у нас, а, так мы... Шарпи. Это предатель, по-моему. Ага. Этот хмырь, которого мы кокнули. Понятно. Пукнул. Да, значит, у нас никого нет, что ли, да? Да, тогда попёрли нахрен. Пёрнем в глаз всем. Ну, тогда пойдем. Подарочек. Так, подарочки мы видим. Значит, нам надо назад. А нет, нам вон туда надо. Вон туда, правильно. Побежали, побежали кто мы. Кто там болтает? Шарпи. Шарпи. Mm-hmm. А он только, он похож на Шарпи. Это сейчас. Запись, да? Это же не ага. Сейчас он разговаривает. Да, это запись. Побежали мы. Прямо, да, пойдем? Да, пойдем прямо к этому. Продолжаем спасать мы. А что такое? Не пациентов, а врачей, да? О, вот что за хрень, понятно. Давай. Еще один вопросик, да. Приз Ридлера. Зашибись. Зихи! Что это такое? Идем дальше. О, это мы оттуда приперлись, правильно? Мы там бегали. Бэтмен могуч, ты гоняешь, стоит. Давай, мышка наша, наружка. Так, хром это тесное сохранение. Так, операционное. Ходят слухи, что в Архиме работает Томми какой-то там. Блин, нужно чуть побыстрее его посчитать. Ну что ты, налево? Иди ты нахрен, у нас X есть. X, Y, Z. Дай сюда, потому что... 8 врагов без оружия обнаружено. В смысле? Ёб твою на... Где они? Хмы... Чё? А, это не я иду. Бэтмен! Не надо ставить, ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю, но только для меня. Джокер ТВ. Что за черт? Быстрее. Да ёпу. Посмотрим, оценит ли он его на короче. Идите вы нах. Они только все спрыгнули. Так, нах. Ах мы. Будешь знать, как лезть. Так, Фриц. Иди сюда, ты легкий. Ты можешь комбинировать, если что, кнопки. Да. Так, следующий. Ой. Я вот иду, бабуин. Одного 10 штук. Да идите вы нахрен. Покончим. Так, контр. Как у него плащ развивается, да? Ну, шо он, да. Контрол, контрол, нахрен. Пупок, так ты задорец долбанный. Ой, кидается еще, смотри. Иди отсюда. Контрол, контрол. Давай, давай, одинаковый.
наплодил вас Джокер. Чё ты за голову-то схватился? Может, тебя не по голове ударили? Не раздувайся от гордости, Бэтс. Я тебя пока тренирую. Считай это анонсом гвоздя программы. Сам увидишь. Вылазь. Вылазь, кандалакша. Скелетик. Прости. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Китаец. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Найти и спасти доктора Чена. Я же говорю, китаец, Чен. Так, пойдем наверх. Что там у нас сейчас прошу? Вернуться к докторам в изолятор и найти табачный след Гордона. Ё-моё, туда что ли, блядь, найти? Пошли. Пойдем. Захватил всю психушку, обалдеть. За сколько? За секунду, да? Сумасшедший захватил всю психушку, да. Добро пожаловать в Аркхем. Мы здесь, чтобы помочь. Я взял листа возле него. Оглушающая атака. Середина это. Середина. Пупок, что ты хочешь? Колесико нажимай, оглушающая атака. О, ты вообще, да, нажимал колесико. А мне не надо колесико, смотрите, сейчас покажу. Смотрел. Это он бьет, да, даже ДР. Вот, тот же самый удар, видишь? И этот, одно и то же. Ну что, пойдем туда. Может, где? Надо нажать и держать? Нет, ни хрена. Ты середину, да, нажимаешь? Да. Где они там были? Вон туда нам, да? Ага, все понятно. Валим туда. Так, мы сюда идем, получается, правильно? Да, побежали. Побежали мы втроем и уши Бэтмена. Уши отдельно, да? Ушки, ушки. Все правильно. Сейчас труба начнется какая-нибудь. И... Ну что, живы? Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Кэш, ее записи в Янг Чен. На месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Так, лифт наконец. Ёб твою налево. Они с ружьем. Левый контрол, нажми, свесится. Левый контрол, знаешь, что такое? Так, левый. Это правый. А, левый, ёбу. Оп. Охренеть. Пупки. Алло-алло. Спрыгнуть пробел и залезть левый контрол опять. Хорошо, как нам чувачков? Мы можем висеть. Это здорово. Опять они с ружбасом, задолбали уже. А сколько там их с ружбасом? Сейчас посмотрим, где они хмари ходят. Три с ружьем. Три всего штуки их и все с ружьями. Там стену, кстати, пробить можно, смотри, если что. Это потом мы пробьем. А, ну это пол, да, получается? Да, икс его включаю. Где хмарь? Он ниже этажом. Я вижу больничную вонь. Икс. Так, 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 так. Где они там? Ниже, да, этажом ходят? Там два хмыря сразу же. А наверху один здесь, да? Где горгулья наша? Как там сесть-то, ё-моё, забыл? Вон он там ходит, если что. Я забыл, как сесть. Си, наверное. Контрол. А, контрол. Где они, хмари? Табак, след табака, понятно. Давай туда, на. Мне нужно видеть их тела. Так, там один, там два, да? Разве в больницах не должно быть чисто? Да, хорошая идея. Где второй? Второй, где? Под тобой. А, вон, 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 вон. Блин, сразу трое. Это фигово, что не трое. Хмыль, ты так и лежишь. Опа. О, взад тебе правильно. Думаю, он где-то здесь. На помощь! Он где? Блин,
Что это за звуки? Икс. Хмари. Обхожу его. Обхожу его. Куда побежим? Где они? Да бегут, наверное, к тебе. Ох, он где-то рядом совсем. Да беги ты, Беточ. Три штуки сразу. Фе. Труба нахрен. Бежим, 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 бежим. Фе. Так, дайте здоровье, пожалуйста. Оно у нас подкапливается, да, постепенно? Я даже не знаю, наверное, да. Фигово, что у них уржбас этот долбанный. Пошли его назад, я вообще сюда пойду. До свидания. Пока. Нахрен вы нужны. У него глаза как горят. Белые. Так он не бьет. Их и гасить-то не надо было, ёптель-боптель. Нет, он... Со всеми страхами. Какие у Бэтмена могут быть страхи? Страхи — это его родители. Фу, жесть, пупок. Ты стрёмышь. Они в кого-то превращаются. Блин, так. Здорово. Кажется, милый доктор сегодня начал пораньше. Какой доктор? Понятно. Здоровье почему не даете? Что тут такое? А, вот дверь. А, вот сюда нам, правильно? Шутник. Почему здоровье? Дайте здоровье! Шутник. Я тебя пошучу, гад, убью. Ну-ка, иксик. Икс возле. Жаль, что за здоровье восполнять нельзя. Мы сейчас где-нибудь откинемся нахрен. Ну-ка, иксик. Сканируем. Табак земля. Дикая, причем. Хмэй, как тебе спа? Не удалось. Так, что здесь? Сюда? Ага, вот сюда, давай пробелчик. Пробелчик, пробелчик, пробелчик ты мой. Так, пробел. Контур. Поперлись. Так, это ловушка, это по-любому ловушка. Давай, давай, выдержай нахрен. Тихонечко. Ну, пока вроде ничего не говорит нам ни о чем, да? Так, статус мертв. Если что. Блин. Короче, подохни, так подохни. Может быть. Это тот деду... А, это отец этой, прикидываешь? Отец подох. Ой, умер. Нет. А или другой... А, это не отец. Отец это, по-моему, этот. Прости, Джим. Глаза светятся, смотри. Так я тебе и говорила, что у него глаза светятся. А, ну да, да. Все равно, что за хрень. Морг. Барбара. Я... Прости.
Отец Барбара. Опоздала. Приносим извинения. Набранный вами номер недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Барбара, ты там? Пожалуйста, повесьте трубку. Угу. Замечательно. С такой кровью нахрен. Так, оттуда мы пришли, значит, на вон туда, правильно? Угу. Дохренище. Разворачиваемся. И куда нам? Все правильно. Что это за хрень? Дайте хоть аптечку-то, ебок. Так, запертая. Вверх. Надо еще тут походить, посмотреть. Мы же только сюда зашли, в эту комнату. Походи, осмотрись тут. Отсюда мы вышли, правильно? Да. А вот сюда мы зайдем, наверное. Нет? Музыка стрёмная. Какая, да, вообще музыка жутковатая. Кобздец, действительно. Что здесь такое? Ни сюда хрен. Тоже нельзя, значит. В морг, наверное, только остается идти. Да. Так, Бэтмен, сюда. Вот сюда мы. Мы туда шли. Я смотрю, что-то он разозлился, что ли? А, глаза горят, потому что крови мало. Кровавая ярость. Может, поэтому музыка такая жуткая? Блин, да, фиговая. Действительно, музыка очень жуткая. Здесь что, тараканы? Козлы. Сколько тут? Морг. Охренеть, вы... Вот, ребят. Тебе здесь не место. Так, в общем-то, да, мы еще молоды, нам тут не место, конечно. Ля-ля-ля. Дело, говоришь, да. Ох, смотри, смотри. Жесть, я испугался. Ты двигается. Это, я думаю, самое жуткое будет место в этой психушке. Что за гля... это его страхи, все. Я понимаю. Бэтмена? Да. Наверное, а ты... что, здесь какие-то галлюцинации, думаешь? Фиковина. Жутко, жутко, очень жутко. Страшновато, да. Что ты там говоришь? Зачем, зачем, зачем? Уходи, уходи, уходи. Что нам здесь надо сделать? Зацепануться есть куда? Посмотри в режиме детектива. А я и так в нем. В режиме? Да, я в нем. Что там в середине на столе стоит? По-любому на стол надо идти. Может, в эту вентиляцию надо долбануть? Не, ни хрена. Походу не сюда, наверное, ё-моё. А ты можешь карту открыть? Может, там на карте что-то будет отмечено? Просто морг. Mm-hmm. Видимо, ни хрена не надо. Хорошо, пойдем отсюда. Бессмысленный морг. Mm-hmm. Очень жуткий, да, вообще. Раз говорит, уходи, да значит, уходим. Уходим. Все. Мы уже тут испугались. Оу, это что такое? Подожди, я же вышел. А чё я опять-то зашел сюда? Жесть, страшновато. Даже какие мурашки пошли по коже. А, это, возможно, какие-то глюки были. Что? Я ничего не могу сделать. А, не могу. Отец? Ты должен был остановить его, сын. Страхи, так, жесть. Подавай, страшновато даже, да? Ты на Джокера похож, не накрашенного. Это мать, наверное. Мама? Помоги нам, Брюс! Спаси нас! Все, все, не надо. Давай, уйди, уйди, уйди. А это Брюс, походу. Вот у нас. Все, здесь мы остановимся. У нас тут прям игра сама испугалась. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока, смотрите наше прохождение. Пока. Пока.